Глава государства поручал Комитету государственного контроля заняться незавершенным строительством. Нами проведен серьезный анализ. По республике это 4465 таких объектов. Из них 47% строится свыше 5 лет, около 19% это свыше 20 лет. Все эти объекты необходимо обследовать с точки зрения состояния, обследовать с точки зрения целесообразности дальнейшего строительства или сноса того, что есть, с выходом на конкретную программу по каждому объекту, в какие сроки, за какие источники все это будет сделано. Поэтому работа в этом направлении комитетом будет продолжена вместе с органами власти.